Всем привет! Добро пожаловать на мой блог. Меня зовут Камила, и я живу в США, в штате Миннесота. И я тут учусь и живу, и хочу показать вам один день из моей жизни в США. Сейчас мы направляемся дальше по делам в банк. Кстати, это не только радио, это еще и будильник. Наверное, вы такие видели в фильмах. Это даунтаун нашего города. Город Сент-Клауд. Этот город знаменит университетом. Сент-Клауд Стейт Университет. Wells Fargo Bank. Мы уже пообедали и поужинали, это наш обеда-ужин был. И сейчас я сижу и хотела вам рассказать, что сегодня я проходила, ну, брала бесплатный мастер-класс у Руслана Джи, блогера. Возможно, вы ее знаете. И я купила у нее курс «Эстетика на миллион». Конечно же, это недешево, но я решила попробовать и рискнуть, так сказать. И вот, сегодня я утром сделала первое домашнее задание, и мне уже отправили отзыв, типа фидбэк, и теперь нужно сделать второе домашнее задание. Сейчас я буду смотреть видеоурок и делать домашнее задание. Ну, пока что мне нравится, если вам интересно, я могу побольше об этом рассказывать и дам свой честный отзыв, так как это не реклама, и скажу, стоит этот курс или нет, научит ли полезному чему-то или нет, так как курс реально не дешевый. Ну вот. Ну, кроме этого, у меня еще есть моя учеба, так как я учусь на графического дизайнера и маркетинг, график дизайн и маркетинг. Я буду делать еще свои домашние задания, которые мне нужны не блогерские, а график-дизайнерские. Вот так выглядит страничка. Конечно, я не буду ничего показывать. Ну вот, тут уроки. Получается 26 уроков. В каждом есть видео и еще дополнительный материал и домашнее задание, которое вы отправляете по Google Диску. В следующем уроке мы будем формировать тезисы, которые в дальнейшем вы будете использовать. Сейчас мы идем к нашим друзьям. У нас уже потемнело, уже вечер. И мы собираемся вместе почти каждый вечер, играем игры. И вот чилим, сидим.